И даже и благодать, избавление, благословение Иорданова, сотрудник, нетление, источник, освящение, дар, грехов, разрешение, и духу исцеления, демону губительно, сопротивной силам неприступно, ангельские крепости исполнено, да все терпящие и причащающиеся имеют дух по очищению душ и телес, по исцелению страстей, по освящению домов и по всякой пользе изрядно, ибо если Бог наш, и живодуй духом вновили, подшавший грехом естество наше. Ты, если Бог наш, водой потопив приной грех. Ты, если Бог наш, и же морем, освободил от работы фараонов, Моисеев, род еврейский. Ты, если Бог наш, разразили камень в пустыне и потекоша воды, и потоки наводнившиеся, и жаждущие люди твои насытили. Ты, если Бог наш, и же водой огнем применив Елиею Израиля, открыли все Ваалове, заменение Владыка освяти воду сию Духом Твоим Святым. Сами ныне, Владыка, освяти воду сию Духом Твоим Святым.